16 августа руководством детского садика «Шовда» была организована развлекательная поездка с воспитанниками и родителями в дельфинарий города Грозный. Директор сада Малика Гайтаева поделилась, что уже давно хотела организовать эту поездку для того, чтобы развлечь детей и подарить им незабываемые впечатления. Признательность и благодарность организаторам экскурсии выразила мать одного из ребенка. Вы знаете, у нас очень замечательная заведующая Малика Гайтаевна, креативная, очень обаятельная. Но это не первое, что они здесь сделали для наших детей. Они, знаете, создали такие условия, очень профессиональные. Вот всему этому коллективу я хотела бы сказать очень огромное спасибо. В первую очередь ее отцу, который открыл этот садик. У нас в поселке очень доступно, очень удобно и очень добрые и отзывчивые люди. Но это, знаете, это ознакомление с каким-то новшеством для детей. Это что-то познавательное для детей, полезное. Тем более перед школой. Сейчас он у меня в старшей группе, должен в школу идти. Медработник, сопровождавший подопечных садика, Заира Дабчиева, отметила, что дети были очень рады этой поездке. Подчеркнув, что поездки такого рода положительно сказываются на воспитании и психологическом здоровье ребенка, так как совместное времяпровождение со сверстниками делает детей более открытыми и общительными, а яркие положительные эмоции развивают позитивное мышление. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».